24 ноября городской дом культуры устроил концерт в честь Дня Матери. Предлагаем вашему вниманию посмотреть некоторые отрывки выступлений. Но вначале приятная информация. Малышкина Елена Николаевна. У нее недавно родилась двойня, и она стала мамой 6 детей. Это Кузьмина Юлия Александровна, мама 5 детей. Это Михайлова Елена Олеговна, мама 5 детей. Разрешите мне от имени администрации Исландского муниципального района искренне поздравить вас с этим праздником Дня Матери. В сердце каждого из нас этот праздник пробуждает особые, самые добрые и светлые чувства. Это любовь и бесконечная благодарность самому близкому и родному человеку в доме. Ведь мама на протяжении всей жизни нежно заботится о нас. Ведь мама разделяет вместе с нами наши успехи и неудачи. Мама отдает все силы для того, чтобы мы выросли достойными людьми. Самые умные. И нет большей награды, когда мама улыбается.